Привет из Канады, я канадец. Сегодня у нас не очередное видео. Я совсем о другом хотел рассказать. Там о поездке в Россию и все мои впечатления о местном пиве. Но тут такая случилась ситуация, что я сходил на фестиваль пива под названием Мондиаль 2021. Мондиаль, что означает всемирный. И меня это настолько выбесило, что я решил снять отдельное видео про этот фестиваль. Вообще, я уже был на фестивалях, и обычно это такое офигенское шоу, там 3 дня, десяток групп музыкальных, куча всяких компаний со своими палатками, развлекуха, там пиво рекой льется. Ну, все отлично. Это вот проходило в Шамбли, вот в старом форте. Все было отлично. Но я с такими же мыслями подумал, что в этот раз, наверное, тоже что-то будет. Делая ставку, конечно, на все ковидные дела, но, возможно, что-то будет на минималках, какой-то фестиваль, но в таком же формате. Тоже было 3 дня, с пятницы по воскресенье. В пятницу я не мог пойти, потому что я работал. Пошел мой знакомый. Написал мне, что очень он там выпил много пива, прислал мне фотки там стаканчиков, все такое. Ну, я его вообще послал на разведку, узнать вообще, в чем смысл цены билета, потому что цена была разная, в зависимости от того, какой стакан ты берешь. То есть вот такой стакан они давали, это стакан этого года называется, Мондиаль де Бьер Монреаль 2021, 27-й год. Вот. Такой минимальный билет стоил $40 плюс налоги там под полтинник с таким стаканом. Можно было купить билет на 20 дегустаций. Можно было купить билет на 20 дегустаций, но стакан взять с 2012 года. То есть у них был, видимо, запас старых стаканов. Там была кружка. Но это было бы тогда $30 минимум плюс налоги. Я этот стакан не видел, поэтому я решил, что лучше взять новый, зачем какой-то старье брать. Но в итоге оказалось вообще не фонтан, такой дегустационный. Тут вот у него есть насечки. Ну, вот я сижу без алкоголку, пью это от Микеллера. Для него нормально. В воскресенье я перенес все дела, пошел на фестиваль с билетом. Прихожу. Как обычно, к открытию, чтобы долго не стоять в очереди. Проверили у нас наличие вакцины, отсканировали паспорт, дали нам браслетики и выдали карту фестиваля с названиями всех компаний и видов пива. И еще был отдельный лист для список комбо на отдельном листе. Ну, я такой смотрю, нормально все, 125 видов пива. Иностранных, конечно, было мало, 2 норвежских фирмы, поляки какие-то. Ну, я такой зашел сразу, посмотрел по поинтам. Где-то мне выходит 4-5. Скорее, да, 5 названий вот этих всех, я думаю, норвежцев, попробую поляков. Потому что местные, ну, большинство из них это то, что можно купить вообще в магазине. Мне реально это мало интересно. Там даже была эта Belgian Moon, ну, Blue Moon называется у вас. Ну, реально вот такой на фестиваль привезти, как бы, кто это будет пробовать, тратить на свои поинты вот это покупать. Ладно, подхожу. Подхожу к стойке, а там вообще оттас. В общем, у нас были свои столики в билете указаны там. За столиком было 4-6 человек. И было написано, что тебе надо пойти взять пиво, выбрать, и отнести на столики, только там можно сидеть пить, потому что маску можно снимать только за столиком. Ну, я такой пошел, стал в очередь. Во-первых, никаких компаний не было, просто один навес. И там такая длинная, как барная стойка, стоит человек 10
людей, которые тебя обслуживают. У меня вот такая карточка была, вот, Бьердова. Написано «Beer, Music, Découverte», ну, то есть пиво, музыка, открытие. Никакой музыки не было. Диджей... У меня специально стол взял рядом с диджеем, диджея вообще не было. Никакой музыки, никаких Découverte, потому что я подошел к ним. В общем, это как барная стойка. Пиво уже на... Сзади стоят пластиковые стаканчики рядами просто по номерам. Уже его туда налили. То есть оно уже там стоит, не знаю сколько, там может быть полчаса, 15 минут. Но оно уже все, все разлито там. И я такой, тык-мык, вот мой выбор там, тра-ля-ля, он говорит, этого нет. Я такой, а знаете, как вот когда ты выбираешь, там долго сидишь, там 125 видов, и тебе так говорят, этого нет. И сзади народ припирает, и, окей, что мне сейчас делать? Надо что-то быстро, надо что-то выбрать. Я такой, не знаю, что взять. Я говорю, ну вот этого нет. Я говорю, да, покажи мне, да, что у тебя есть. Он мне показывает лист, такой же, как у меня, но там где-то 70% вычеркнуто все. Я говорю, слушайте, ну, а как так получается? Вот у вас уже этого ничего нету. Он говорит, ну, как бы третий день, что вы хотите? Я говорю, ну я понимаю, но вообще-то я билет купил такой же цены, как и первый день. То есть, если нет, больше половины доступных сортов попробовать. Либо, ну, я так понимаю, знаете, по своей наивности, либо скиньте цену, либо если вы не можете это сделать, блин, дайте что-нибудь, дайте какую-нибудь фигню, чтобы я успокоился. А реально, типа, на тебе там наклейку какую-нибудь, на тебе еще один стакан этот старый. Как бы мы понимаем ситуацию, ну, типа, все. Что-нибудь там, давайте мы вам нальем какой-нибудь Blue Moon, который никто не берет. Стакан нальем на Blue Moon, что-то, чтобы, как бы, какой-то мне... Нет, он говорит, короче, выбирай, что есть, того, что есть, и типа, вали. Не занимай очередь здесь, потому что люди все стоят. Я так смотрю, а что эти люди будут брать? Но в итоге я сфоткал его лист, вышел из очереди, сел опять, с трудом кое-как выбрал там, причем реально я уже пошел от другого. Нашел один лагерь там с водорослями попробовать, чтобы еще было. А так я тупо взял 4 имперца, чтобы реально наклюкаться, да и все, по 10 градусов. Потому что, ну, какой еще вариант? Не пить же магазины, все эти стиль Budweiser, пивасы. Короче, я подошел опять, говорю, вот у меня 5 моих выборов на 20 поинтов. Он мне еще сказал, вот этого тоже нет. Я уже тупо говорю, давай мне вот любое, вот, вот так вот. Ткнул, говорю, вот это давай. В общем, взял опять вот этих вот по 100, по 70 миллиграмм, миллилитров. Пошел к себе. И там сидят трое, такие, ну, местные такие люди. Там две тетки какие-то, с ними мужик. И они пробуют. И у них было первое пиво, которое они пробовали. То, что я взял специально для дегустации. Ну, думаю, вот с водорослями там что такое. Она такая сидит. Отпила, говорит, фу, блин, какая фигня, там, фу, это что за фигня? Окей, тебе, может быть, это фигня, но тут люди сидят, инфлюенсеры, блогеры. Короче, не надо так вот сразу вслух, там, знаешь, это фигня, это я не хочу. Ну, неважно, это... В общем, я такой сел, попробовал это, там, сделал пометки, туда все, как дегустатор, как сомелье. А потом... Думаю, ну что делать? Вот я сижу, сидит эта компашка, ни о чем. Больше никаких развлечений нет. Вот тебе дали, ты пошел, тебе дали пиво, не то, которое ты хотел, которое есть. Вот ты пришел, пьешь, и больше ничего не происходит. Все сидят за столами, даже нельзя закусить, орешки какие-то, 8 поинтов. То есть 8 поинтов, чтобы вы понимали, это можно взять
там лагерного типа пива 4 дозы по 2 поинта. То есть какие-то, ну, в общем, сижу, пробую, ну, я так взял эти вот все имперцы, там, рисы, сижу, подтягиваю, что делать, надо не уходить же через 15 минут, надо же хотя бы насидеться на свои $50. Тут, короче, развлекуха началась. Какого-то хрена на этом фестивале куча детей, там, от грудных, включая беременных женщин. Алло, там на каждой банке нарисовано беременным женщинам, алкоголь не очень там помогает по жизни. В общем, вся эта толпа, вот эти все дети кричащие, подошли к этой диджейской стойке, а я-то выбрал стол рядом, прям с диджеем, чтобы, думаю, ну, там сейчас насладиться какими-нибудь последними шедеврами музыкальной жизни. В общем, этих детей собрали, там все поставили. Пришел какой-то сомелье, дедок какой-то в рубашке мятой, и говорит, сейчас мы будем устраивать дегустацию лимонадов и пэринга, типа, ну, совмещение с сырами производства Квебек. Я такой сижу, думаю, окей, дети сейчас будут сидеть, вот это смотреть, пробовать сыры там. Блин, они им налили вот эти лимонады, они там все орут. Я уже сижу такой, думаю, мне либо бежать уже, либо пить. Продолжается все. Толпа уже схлынула, уже никого нет, все сели. Этот ларек там уже все, там никого нет. Я не знаю, что они будут делать с тем пивом, который они еще разлили, потому что, видимо, люди сообщили, что ловить нечего. И как бы толпа так чух после входа, через полчаса уже никого нет. Я сижу, смотрю на этих детей, потом потихоньку вот это все подтягиваю, и мне как шиб... Короче, я взял один гибридное пиво. Вот я вам сразу говорю, гибридное пиво я пробую третий раз. Ну, это пиво, которое там на винной основе сделано, там в винных бочках. Вот я пил Big Village. Мне было очень херово на следующий день. Реально я, блин, вообще был никакой. И вот я выпил вот эти вот имперцы, там портеры. И вот это гибридное пиво, я как выпил, мне как стало опять херово. Тут эти дети орут. Тут эти тетки, каждое пиво им. Короче, одна стала смотреть бумажку, что это за пиво, перевернула вот этот вот лоток с пивом на стол. Блин, я такой сижу, думаю, ну реально, что-то я не отбиваю себе $50. Кое-как я допил. И тупо пошел. Это был такой кидняк вообще, вот кидняк международного уровня. Я представлял, ну хотя бы, допустим, фестивали будут, как вот, я читаю телеграм-канал, там в Питере было, там еще где-то, хотя бы какой-то движ, какая-то там, не знаю, группа, что-то, какие, люди какие-то, ну реально, если бы кто-то был, хотя бы один-два пивовара там или представителя компании, можно было с ними о чем-то пойти поболтать. Вообще никакой активности со стороны наша компания вообще проигнорировала эту всю тему. Видимо, они знали. И вот, в общем, типа взяли деньги, и я так посчитал, вот все, что пиво, которое я взял, я могу реально купить в магазине, кроме того, которое с водорослями. Но, в принципе, остальное все стоит примерно 3,54 доллара за бутылку, то есть за 0,3. Я за $40 выпил 5 образцов по 70 по 100 миллиграмм, то есть это настолько переплачено вообще и ни за что, что я вообще в шоке, короче. В общем, какой вывод из всего этого? Фестиваль, если вы не можете пойти первый день на фестиваль, спрашивайте в деталях, что это будет такое там, потому что можно реально нарваться на такую тему, как я. Тупо выкинуть деньги, быть абсолютно, вообще, как бы, абсолютно взбешенный. Я вышел оттуда, блин, думаю, какого хрена я тут потерял час на этом фестивале и вообще.
В общем, у меня эмоции были через край. Хотелось даже написать какой-нибудь пост в Телеграме, но хорошо, я сдержался. Так что, еще раз говорю, четко проверяйте информацию перед тем, как пойти на фестиваль. Особенно если вы поехали в Канаду, потому что здесь какая-то тема вообще нездоровая.